600 учащихся вузов со всей страны поборются за звание лучших в рамках российской национальной премии «Студент года». Церемония открытия финального этапа конкурса прошла сегодня в онлайн-формате. Итоговые испытания продлятся 5 дней. Участников ждут практические задания и специальные тесты. Также финалисты проведут открытые уроки и защитят свои проекты перед профессиональным жюри. Его членами стали политики, журналисты, спортсмены, деятели науки, культуры и искусства. Премия «Студент года» — это совместная программа поддержки талантов Российского союза молодежи и президентской платформы «Россия. Страна возможностей». Премия проходит в рамках национального проекта «Социальные лифты для каждого», национального проекта образования. В этом году премия проводится также в рамках основных мероприятий «Года науки и технологий». Конкурсанты будут соревноваться в разных номинациях. В этом году их 13. 6 номинаций – это индивидуальные и 6 номинаций – коллективные. И одна номинация – это гран-при «Студент года».